Всем здорова, друзья, с вами Спикер и полицейский патруль. Мы сегодня поиграем за плохого копа. У нас будет вот такой байк и у нас будет такой черный парень. Слушайте, парень реально крутой. У нас сегодня так будет РПГ и будет обрез уже прямо на мотике. Довольно эффектно будет уже перестрелки прямо на мотике. Мне кажется, к нам кто-то подъехал. Так, есть красная отметка прямо на карте. Хорошо, наверное, подойдем и посмотрим, что там ребятам нужно. Ух ты, нет, у них есть оружие. Топось, ребята, оружие. Полицейский патруль сейчас будет разбираться. Слушайте, реально у нас перестрелка. Хорошо, входим уже в кафешку, вызываем, наверное, патрульных машинах. Красотку бежал. Еще одна красотка. Хорошо, вызываем побольше патрульных. Мне кажется, отметка уже исчезла. Нет, это не там. Сейчас разберем. Сможем, в принципе, сами разобраться. А можно вызвать побольше патрульных. Ребята, сейчас начинается перестрелка. Минус один уже. И минус второй. Хорошо, у нас есть укрытие. Есть укрытие, один уже труп. И у нас, кажется, есть еще две отметки где-то поиздалеке. Сейчас прям в кустах где-то. Так, ребята, привет, и рядом будет веселуха. Ох, вот ребята приехали. Сколько крови-то? Так, я реально не вижу, это в кустах он. Так, ребята, у нас перестрелка. Ух ты, да, вижу. Да, видим, конечно, отлетел просто по-жесткому. Вот, это реально круто. Сколько вас здесь, ребята? Хорошо, садимся на байк, у нас включаются сиренки. Вот такие у нас обалденные сирены. Слушайте, обалденный, конечно, мотик. Хорошо, погнали, у нас есть еще две отметки. Ребята, давайте прямо за мной. У нас там, кажется, какие-то бандиты, либо мафия. Сейчас будем разбираться. Мне кажется, у меня... Ух, у меня колеса нету. Продырявили. Хорошо, секундочку, можно остановиться и маленько респануть наш байк. Так, секундочку, сейчас, наверное, еще сделаем бессмертие его. Чест. Так, и профиксим. Окейшки, готов. Ну что, погнали. У нас есть обрез, и можно просто на ходу реально отстреливаться. Ну-ка, замедляй время. Ребята, держи. Дробовичок. О, да его красиво. Как кровь отлетела. Обалденно. Так, где разворот? Спокойно, с газа осторожно жмут. Осторожно надо быть. Хорошо, давай-ка еще разок. Замедляй время. И красиво таким макаром. Нет, не получилось. Слушай, 4 преступника. 4 преступника. И кажется, уже осталось 3 преступника. Хорошо, наверное, паркуемся, вызываем патрульных машинок и начинается перестрелка. Ребята, сейчас будет веселка. Так, выходим. Можно сделать даже укрытие. Да, на забайку можно укрыться. Он тоже укрылся. Хотя будем открывать огонь. Ух ты, да. Так, осталось, кажется, 2 преступника, и один из них, кажется, уходит. Так, прям по ногам. Так, кишки готовы. Сейчас, ребята, приедут и начнется перестрелка. Хотя можно и сами разобраться. Так, секундочку, возьмем ПП. Возьмем ПП и можно прям в газ уже. Ух ты да, сейчас будет жарко. Хо-хо-хо-хо, как она отлетела. Вот это красиво. Жесть, реально мы чертовски плохой коп. Хорошо, садимся. У нас есть обрез и сейчас подъедем поближе. Так, ребята, перестреливаются. Это что такое, отлетел в сторону? Он просто отлетел. Ух, можно проехаться. Готов. Мы реально плохой куб. Надоело уже играть, друзья, в серии, где мы хорошо попарисковым, отвозим уже в тюрьму. Мы приехали, у нас сват, ребята приехали и просто реально разобрались. Слишком долго ехали. Хорошо, отключим на сирену. И, наверное, будем вызывать уже... Ух, сколько тут свата. Можно реально сделать такую эпичную перестрелку. О, приехали. Хорошо, поехали отсюда. У нас слишком ФП здесь проседает. И диспетчер, что у нас есть на вызове? У нас гольф-карт? Нет, у нас есть... Ох, у нас перестрелка. Хорошо, подтверждаем. Слушайте, да... Просто влитый, сидит он просто красиво. Чувак, что же, какой шрам на лице, чуметь. И поехал прям по грани. Хорошо, у нас, кажется, перестрелка там, садимся на байк уже. Колесо даже крутится. Конечно, не очень красиво получилось, даже заморался байк у нас весь пыль. У нас есть две отметки, и сейчас будет перестрелка. Так, я даже не знаю, куда именно ехать. Там у нас преступника везут, а именно вот это преступника, мне кажется, не ведут. Он слишком быстро едет, у нас, кажется, фургончик. Сейчас подъедем и разберемся сами уже. У нас есть вот такой обрезик, и реально можно эпично перестреливаться. Какие-то крики еще были. Хорошо, подъезжаем, и что у нас, ребята, сколько у вас? О, сразу минус. А у кишки? Получилось не очень красиво, но мы на коне, все в порядке. Хорошо, вызываем, наверное, патрульных машин, можно уже и вертолет вызвать. Вызываем, конечно, вертолет. Ребята, секундочку, подождите, мы, наверное, уйдем маленько в сторону, чтобы нас, конечно, не убило. А куда они делись? Ух, сколько вертушек, да обалдеть, слишком перестарался, конечно. Ребят, давайте в погоню уже. Вертушек много, даже боевушки появились. Так, где-то прямо на мосту, прямо на мосту сейчас. Реально перестрелка началась, нужно снять водителя. И потом уже, ух, да, это было красиво. Так, выходим уже, реально перестрелка. С ключку мне взять ППшку нужно. ППшку, ребята, будем брать всех. Нет, не будем брать, всех будем просто гасить. Так, один мертвый. Так, этот мертвый, хотя арестовать. Нет, не пойдет где-то дело. Так, кажется, все-таки одного взяли. Смотри, реально очень быстро работает.
такие байки. Ух, жесть, как ее расстреляли. Оу, красиво. У нас, ребята, сегодня альфа-патруль работает. Слушайте, сколько отметок на карте. Слишком перестарался. Хорошо, поехали дальше. Диспетчер, дай-ка мне новое здание, пока мы садимся на байк. У нас будет угон автобуса. Ох, я даже не вижу, где на карте. Слишком, походу, далеко. Хорошо, давай поближе где-нибудь. У нас что тут? Я даже не понял, что это такое. Дай-ка мне реально перестрелочку. У нас угон мопеда. Хотя можно это дело сделать. Хорошо, поехали к мопеду уже. Как-то медленно. Вот так ускорились. Так, где ты прям под нами? А вон где, на шоссе. Так, вижу мопед, просто едет спокойно. Можно взять, в принципе, дробовичок и просто снять колеса. Мопед уже. И чувака просто вытащить уже с мопеда. Так, вот он, блокируем дорогу. Чувак, ну проезжай. Не получилось заблокировать. Хорошо, погнали, еще один мопед. Хорошо, возьму, наверное, все-таки верну по колесам. И сейчас будет экшен. Главное его не снять, друзья. Ну, хотя, пускай будет так. Как азиат упал, красиво. Сколько крови, там он живой? Да, все в порядке, он живой, можно взять его уже в наручники. Стой на месте, полицейский патруль. Мы плохой коп, но все-таки сегодня арестуем. Так, где-то сирены. Так, вот у нас рядом сват. Стой, зят, стой на месте. Руки в гору. Так, нормально, все, руки в гору. Ребята подбежали. Ребята, он ваш, берите его же. Давайте вот так, нормально. Сейчас вдвоем уже возьму тоже. Ух, сколько вас тут приехало, я вроде никого не вызывал. Хорошо, берем наш байк и погнали дальше. Ребята с ними разберутся. Сегодня у нас работа альф-патруль. Ребята, что у нас есть еще? Угон полицейского байка. Прям такой же байк, как у нас. Ну-ка, подтверждаем. И где-то прям отметка возле нас находится. Я не вижу отметку. Нет, на карте я вижу, а визуально не вижу. Куда делось-то? Хорошо, наверное, другой вызов давай мне диспетчер. Так, уголь. Ох, угон танка. О, интересно. Как сейчас будем устанавливать танк? Вон танк появился. И что, друзья, вызываю, наверное, побольше патрульных машинок. Ну, чтобы игра, конечно, не крякнула. У нас, в принципе, есть. У нас есть РПГ, можно объехать вперед уже и выпустить РПГ. Как он поехал очень быстро. В принципе, взять один можно обрезать и с помощью обреза, прям по колесам. Какие колеса? У него тут гусеницы. Так, стоям вам. Сейчас повернет свой дуло и будет, конечно, отстреливать нас. Слушайте, реально, танк эпичный такой. Мне кажется, он застрел. Не, нормально. Сейчас ребята подъедут и тоже помогут мне. Хотя, мне кажется, никого не вижу. А выключим сиренки, спокойно будем пока что ехать сзади. Танка, спокойно так. Слушайте, это наше подкрепление. А вон вижу. Ребятам нужно еще, наверное, боевушку. Хотя, наверное, просто вертолет уже. Так, окейшки, ребята, подъезжают. Сейчас разберемся. Сколько патрульных машин по ту сторону. Он просто ездит кругами. На это, в принципе, нормально. Хорошо, наверное, объезжаем вперед и выпускаем уже РПГ. Сейчас и объедем, красиво выпустим РПГшку. Интересно, сколько нужно РПГ в этот танк? Так, куда блокируем? О, блокируем. О, нет, он слишком быстро едет. Ну просто в задницу еще дает. Нормально. Мерседес тут, Макларен еще. Так, ну что, ребята, это у нас Феррари. Ребят, нужно как-то его остановить. Хорошо, он поехать, наверное. Как же нужно проехать здесь? Вот, проедем. Он поехал по такому же маршруту. Сейчас быстренько промчимся и, наверное, выпускать все-таки будем РПГшку. Мы плохой коп и сейчас будем наказывать преступность. Слушайте, как-то он быстро гоняет. Я вам скажу, нормально. Так, мы с вами успеем? Мы не успеем, походу, встать. Хорошо, наверное, прям в задницу давай. Давай, РПГшку. У нас 20 штук есть. 20 штук, и нужно прям в задницу, хотя... Эх, жесть, пошел вот так уже. Ух ты, да, хотя бы одну выпустили. Мне кажется, он рассердился. Повернул свой дуло, да, реально повернул свой дуло. А нам нужно взять байк свой. Садимся, садимся быстрее. Сколько патронных машинок? И реально уже открывает огонь. Он, мне кажется, подрезали. И начался полный кибиш, даже не знаю, я, конечно, не буду по своим стрелять, пускай маленько отъедет уже. Реально проехался по машине, ну-ка давай, чуть наперед. Кажется, слишком перестарался. Хорошо, садимся на байк, уже на русике чуть наперед надо. А куда мой делся байк? Так, на карте не вижу, а не, он вижу, слишком далеко кто-то ехал. Мне подрезали по жесткому. И он поехал дальше, а хотя... Какого черта, будем просто ждать на этом месте. И сейчас он подъедет сюда. Ребята, давайте заблокируем, они встали просто на месте и... Целиться в него, надеюсь, поедет прямо по этой траектории. Так, ждем, ждем, надеюсь, мы ждем и напрасно будем ждать. Ох, вижу танк, да, танк подъезжает, и сейчас будет реально круто. Хорошо, наверное, замедляем время. Ох ты, да, прям по курсу пошла РПГшка. Сейчас будет жарко. Так, еще, давай еще разок. Он сейчас откроет огонь, наверное, уходить в сторону нужно. Уходим в сторону. Три снаряда было в него выпущено, и он еще живой. Он реально живучий. Черт возьми, какой живучий танк. Ребята, в сторону. Все-таки маленькая сводится пиво. У нас, конечно, не было жертв. Хорошо, наверное, вызываем все-таки...
Так, секундочку, вызываем нам скорую помощь, пускай приедет и разберется. Было, кажется, 4 РПГ в этот танк и им реально выдержал. А наш байк, кажется, даже маленько весь грязный, такой весь кровин. Хорошо, погнали дальше. Что у нас здесь? Печер есть еще. Этот танк был, конечно, круто. Ох, у нас есть перестрелка. Рядом с нами перестрелочка, сколько вертушек сразу же. Хорошо, включаем погоню, включаем сирены и начинается погоня. Какого черта погоня у нас где-то? Сейчас нужно промчаться. Там промчались нормально. Давай-ка прям в гору. Ух ты, да. Полицейский патруль уже по воздуху. Так, вижу вертушку. Нужно промчаться аккуратненько. Аккуратненько. Походу был гелик. Хорошо, вертушки ведут, значит, преступник куда не уденется. Эх, у нас тут поезд. Ну что, против поезда уже? Полицейский патруль. Нормально. Так, конечно, нужно подняться в гору. Прям в гору вертушки ведут. Сейчас приедем, разберемся. Так, а видите, еще 900 патронов это есть. Значит, наша смена еще не закончилась. Так, где-то прям тут, а? Прям тут, а вон наш фургончик. Наш фургончик, и сейчас будем разбираться. Ну, ребята, держи. Мы хороший коп, то есть мы плохой коп, и будем, конечно же, сразу преступность наказывать вот так, макаром. Готов. Прям водил. Ох, да было красиво-то. Стой, полицейский патруль. Открываем огонь, кажется, минус второй уже. Брось оружие, чувак, брось оружие. Нормально. Плохой коп работает просто на ура. Ох ты, жесть, как тебя расстреляли-то. Хорошо, вызываем с вами скорую помощь, ребята. Больше вам ничем не помочь, конечно же. Так, а еще один чувак может денежки подавать, если что, какую-то пушку подобрать, и там, походу, у нас 4 чувака мертвых. Хорошо, погнали дальше. Вот так работает полицейский патруль. Ребята бросили тачку и куда-то делись. Хорошо, у нас диспетчер. Что есть еще? Интересно, у нас угон полицейского байка. Подбеждаем и погнали наверх уже. Где-то прям в центре среди этих вертушек-то. Прям по курсу я не вижу. Ох, вижу, как-то очень быстро набирает скорость. Можно, конечно, вот таким... Где-то прям он срезан. Так, вижу. Полицейский патруль. Чувак, стой на месте. О, нормально. Послушался. Стой на месте, полицейский патруль. Может, я, в принципе, пистолет. И уже просто снять колеса. А он просто с ней решил выйти. Чувак. Чувак, стой на месте. Чё я на месте? Так, руки в гору. Руки в гору. Сейчас будем тебя арестовывать. Вызываем, наверное, патрульных машинок. Так, стой, стой, пока на месте. Стой на месте, поднимаем руки в гору. Пока ребята подъедут, мы тебя все-таки арестуем. Одного преступника мы возьмем. Хотя было бы С4, мы просто заминировали бы. О, ребята приехали уже прямо позади меня. Хорошо, мы тебя арестуем уже. Ребята, все в порядке. Забирайте, он ваш. Хорошо, он ваш, мы поехали дальше. А здесь Питер, что у нас есть еще интересно? Может, даже угон танка еще будет? Так, ну гонка где есть? Гонка нам не подходит, нам нужно реально погоним. А где у нас угон полицейского байка опять же? Нет, нам нужно на другой. Угон автобуса? Ох, то, что нужно. Ну-ка, подтверждаем и погнали. Где-то прямо внизу. Нужно аккуратненько спуститься. Автобус, конечно, будем по-жесткому расстреливать и вытаскивать преступников. Так, слишком далеко кто-то. Слишком далеко, едет, кажется, в левую сторону. Окейшки, все понятно. Сейчас нужно поднять передок, наверное, и красиво вылетать прямо на шоссе. Это будет эпично. Ух, где-то прям... А вот наш автобус, друзья. Ух, спокойно, олени. Чуть в задницу олени не врезались. Окейшки, ну что, подъехали? Полицейские патрули, автобус прижаться к обочине. Хорошо, давай прям по колесам, так по-жесткому. Ух, одно колесо, второе колесо. Там интересно, есть у нас? Там никого нет, значит, можно открывать по жесткому огонь. Прям можно даже стекло уже. Полицейский патруль. Чувак, наверное, просто испугался. Ну, реально, друзья, он реально испугался и просто вышел. Сейчас будет погоня. Какого черта будет погоня? Прям по ногам уже. Так, он скрылся. Я, конечно, не буду бегать. Мы плохой коп. Вот ребята уже приехали. Ребята приехали, конечно, им займутся уже. Хотя нужно, конечно, и проверить. Какой-то фуром. Так, куда делись ребята? А вон пешком уже не решили. Можно вот так подрезать его. Вот так подрежем. И ребята догнали. Нормально все. Одевайте наручники и отправляйте в тюрьму. Хорошо, диспетчер, что у нас есть еще? Мне нужны реально такие трешевые погони, перестрелочки. Так, спуску на сумку снова угона автобуса. Хотя можно пробовать. Да все, спокойно. Так, нужно вытащить его. Реально нужно. О, как он проехался. Нормально проехался. Мы, конечно, так не проедемся. Так, давай-ка вставай. Друг мой, встань-ка быстрее уже. О, преступник уходит. Сейчас мы вытащим его. Так, хорошо, мы пустили, конечно, автобус уже. Сейчас мы тоже проедемся. Ну-ка, давай-ка. Ух ты, да. Но практически получилось. Давай, еще разок. Еще разок. Нет, не получается. Хорошо, наверное, объедем наружу с другой стороны. Какая тут пробка-то? Есть Петя, что у нас есть еще? Угон карта. У нас угон мопеда. Прямо рядом с нами. Хорошо, наверное, другой наручим. Мы, наверное, все-таки как-то выезжать. И так, выехать аккуратненько.
Ну так, спокойно, выйдем, наверное, и пойдем уже в сторону города. Так, что у нас есть еще? Ну, какая-то заварушка здесь. Это, походу, куб просто взял, вытащил чувака и поехал дальше. Нормально. Так, хорошо, что у нас есть еще, ребята, что какой-то большой кипиш начался. Так, что у нас есть еще интересно? Так, у нас есть перестрелка прям где-то в горах. Ну-ка, поехали туда. У нас уже есть парочку патрульных машинок, и сейчас подъедем им разбираться. Так, мы к чем сиренке пока что не подъехали. Где-то прям у нас... Ох, как тут высоко-то! Мне кажется, вот прямо по дороге он едет. Нормально, кажется, дерево. Так, чувак, все в порядке? Все в порядке, живой, ребята, проехали рядом с нами. А вот наш байк. Главное его не потерять. Так, ребята, проехали мимо, значит, это прям тут, там находится. Хорошо, я готов уже, у меня готов обрез уже. Где наш обрез? А вот наш обрез готов. У нас, по идее, там перестрелка. Так, выходим, да, у нас там фургончик начинается, перестрелка. Так, возьмем ППшку, наверное. ППшку, и снять, наверное, водителя нужно. Полицейский патруль. Так, один выстрел и мертвый. Нормально, осталось всего лишь двое. Нажал на газ и все, ребята выходят. Ребята выходим. Мы просто взяли и их расстреляли даже без нас. Брось пушку, брось свою пушку уже. По ногам. Ребята, все в порядке, мы плохой коп. Хорошо, садимся на свой байк и погнали дальше. Возьмем, наверное, вызовем скорую помощь. Больше ним ничем не поможем. У нас скоро будет уже ночка, и ночные погони тоже довольно интересны. Хорошо, диспетчер, что у нас есть еще интересного? Угол мопед нас не интересует абсолютно. А вот наша скорая помощь приехала. Вольфгард, мопед, но как-то честно у нас угон мопеда. Так что баунт, надеюсь, он откроется. Нет, не открывается, так промчимся. Хорошо, мы все-таки поиски еще интересных заданий. Ну и пока что у нас ничего такого интересного. Может, тут спрыгнуть, наверное. Тут спрыгнем и поедем прямо навстречу поезда. Пока что в поиске какого-нибудь задания. У нас угон какого-то автобуса с преступниками. Хотя, кажется, их не вижу. Они, кажется, в городе. Хорошо, наверное, другой задаем. Мы все-таки в пригороде и будем искать, что в пригороде. Так, у нас, в принципе, есть прогрессик. И давай-ка погнали уже. Давненько у нас не было прогрессик. Так, добавочек готов. У нас, в принципе, что у нас там будет интересного? Слишком много машин, даже не пойму, какая из них. А, дальше. Включаем сирены. Ну-ка, ребята, в сторону! Как не подрезали. И уже гоним на всех пырах. Кажется, я вижу уже подозреваемым. Вызываем, наверное, патрульных машинок. Можно же и вызвать, наверное, все-таки вертолет уже. Уже стемнело. Да, вижу. Преступник просто на всех парах спокойно. Притормозили. На всех парах просто мчится. Ребята, берем его уже. Это можно прям по колесам. Прям по колесам уже. А можно, в принципе, и бензобопасть. Бензобак, мне интересно, с какой стороны находится. Мне кажется, с другой. Так его просто заблокировали. Чувак, все в порядке. Полицейский патруль, стой! Стой на месте! Чувак, сел, ну-ка, давай-ка арестовывай уже. Ну хорошо, давайте мы арестуем уже. Садится сюда. У нас еще один преступник, походу. Хорошо, займется красотка, а мы этого арестуем уже. Так, давай-ка арестовывай. Да, походу, проехали. Секунду, можно догнать его и разобраться. Хорошо, одеваем наручники и посмотрим, что у нас будет. Не хочешь одевать наручники? Хорошо, ребята, сами оденьте. Как-то мне не очень получается одевать наручники. Видимо, какой-то ключок. Пускай валяется так. Нормально. Ребята, сами разобрались, а у нас есть другой вызов. У нас прогресс, и погнали дальше. Так, вот, наверное, дробовичок. Он едет прямо навстречку, нужно как-то резко подвернуть. На 180 градусов мы, кажется, его проехали. Хорошо, мой друг, наверное, возьмем вот так, развернемся красиво как-то. Не получилось, хотел, конечно, подняться на дыбы и развернуться 180, но это не получилось. Хорошо, вижу, у нас преступникам ведут, сейчас подъедем и тоже разберемся. А где наша вертушка? У нас реально уже стемнело. Так, полицейская машинка была. Парочка вертушек нам, конечно, не помешает. И преступник куда-то свернул в правую сторону. Секундочку, прямо здесь нужно свернуть было. А вот и наш преступник, друзья. Ну что, два преступника, то есть два подозреваемых, и нужно как-то их арестовать же. Так, ребята, подъехали, у нас всего лишь одна машина и парочка вертолетов. Он поехал дальше. Ну-ка, поехали, наверное, понизу. Понизу потом, конечно, выйдем. Какие-то камни еще. Хорошо, вызываем, наверное, патрульных машинок. А может, хотя и полицейских байков. Какие-то дикие животные. Ух ты, вот мы снова на трассе. Так, секундочку, вызываем, наверное, патрульных байков. Ребята, задний ход делают. Как нас подрезали. Так, секундочку, не вижу преступника. А вот наш преступник. Наш преступник. Ну-ка, ребята, выходим. Полицейский патруль. Прямо по бензобаку. Надеюсь, бензинчик вытекет. Хорошо, наверное, вытаскиваем уже. Так, мы в харю. Прям в харю уже. Чуваки, стойте на месте. Ребята, берите его. Я, конечно, удивился и убежал. О, побежали за другим. Хорошо, наверное, садимся уже. Сколько полицейских машин. Обалдеть. Хорошо, погнали. Погнали, возьмем уже преступника. А, хотя его уже, кажется, берут. Можно просто проехать по нему.
тюремные автобусы. Это что-то новенькое. Мы уже в городе, друзья, и будем уже арестовывать, наверное, даже не знаю, арестовывать, но просто их убивать. Так, мы, наверное, вызываем, наверное, патрульных машинок. У нас слишком тут большой трафик. Мне кажется, прям сюда. Сейчас подъедем разбираться. Так, это уже дробовичок. У нас 900 патронов, 9000 патрончиков. И, конечно, готовы разобраться. Так, прям направо. Прям направо идет тюремный автобус. Где-то прям по курсу должен быть. Так, гольфку по тюремному автобусу поверну направо. Ух ты, жесть, рядом перестреливается. Ну что, открываем даже огонь. Мы плохой коп и, конечно же, прям по колесам. Сейчас будем их брать живьем. Ребята, будем брать их живьем только. Какого черта живьем? Гасить их нужно уже. Сколько их там? Так, минус один преступник. Кажется, уже застряли. Где наши патрульные машины? Вызываем, наверное, вертолет уже. Вертолет, наверное, и сват. Ребята, подъезжайте сюда, будем разбираться. Так, он остановился, он там все-таки есть еще. У них дверь заблокировалась, и я даже не знаю, будем просто взять и расстреливать. Хотя у нас есть РПГшка, и можно разобраться вот таким макаром. Ребята, отходим все в сторону, сейчас будет РПГ. Мы плохой коп, и, конечно же, вот так красиво. Вот на таком фоне. Так, все живы? Все живы, все в порядке. Но преступники уничтожены. Это довольно круто получилось. Хорошо, садимся, погнали. Хотя у нас есть красная отметка, кажется, они просто еще горят внутри. Пускай погорят. Так, у нас угон автобуса. Ну, хотя это недовольно. А у нас угон мопеда. Хорошо, наверное, все-таки нужно что-то довольно поинтереснее. Угон полицейского байка. Подтверждаем и погнали. Мы уже, друзья, в городе. И будем, конечно, патрулировать в городе. Так, угон полицейского байка прямо перед нами. Так, вижу. Подрезаем. Подрезали. Развернулся, поехал. Хорошо, сейчас должен. Интересно, а умеет он включать сирены? Включил бы сирены и тоже гнал бы прям по встречке. Слушай, довольно быстро уезжает. Сейчас догоним, конечно, и прям по колесам будем стрелять. Можно, наверное, по переднему. Тогда отлетает куда-то в сторону. Так, замедляем время. И прям по передним колесам. Ну, таким макаром. Так, ну еще разок можно. Так, перезарядка. Надеюсь, ни в кого не врежусь там. Так, колесо готово, кажется. Чувак у нас не хочет выходить. Ох, как он проехался. Нормально проехался. Может, хотя взять уже, наверное, шокер и с помощью шокера. Так, и по колесам же. Так, ну реально, все колеса спущены, а он продолжает свое движение. Ну-ка, погнали. Так, вертушка у нас, в принципе, есть подмогу. Прямо над нами. Я не вижу, чтобы освещало. А, нет, хотя освещается. Так, чувак, стой на месте. Хотя мы чертовски возьми плохой коп уже. Так, не получилось. Сейчас получится. О, готово. Как красиво перевернулся. Ребята, подъехали. Ребята, он ваш. Как он трясется. Надеюсь, нет оружия. У тебя нет оружия. Кажется, промахнулся. Сейчас, ребята, будем, конечно, догонять его. Ну-ка, маленько в сторону. Маленько в сторону, один выстрел. Один всего лишь выстрел, и он будет готов же. Так, попал. На лукеечке попал. Короче, ребята его, наверное, убрать уже. Ребята его берут, все нормально. Вертушка нам круто помогает. Так, включим сиренки. И его арестовывать. Диспетчер, что у нас есть еще интересно в городе? Так, у нас есть угон танка. Прям по курсу, друзья. Ну что, подтверждаем и погнали. У нас есть две цели каких-то. Это получается два танка, что ли? Так, секундочку, где-то прям перед нами где-то. Прямо перед нами я никого не вижу, абсолютно. Ох, а вот вижу. У нас реально какие-то две цели, но я вижу только один танк. Хорошо, вертушка нам помогает, и ребятам он едет просто к ребятам. Нужно будет 4 РПГ в него выпустить, и тогда танк взорвется. В городе у нас танк. Ух ты, жесть. Хорошо, возьму, наверное, дробовичок. Слушай, как-то он неуклюже едет. Ох, ребятам, этот черт побери. Видно было, подымал свой дуо и открыл огонь. Жалко, у нас нет C4. Так, чувак арестовали, и он просто стоит на колене. Хорошо, даже не знаю, как его можно взять, друзья. Хотя можно, наверное, взять уже и C4, заминировать, наверное, байк и просто нам выпрыгнуть с байка и его взорвать. Довольно будет эпично. Сейчас попробуем сделать это, друзья. Выпрыгнем с байка и минируем его. Так, секундочку, нам нужно C4. C4 наготове. Так, можно одну C4 и вторую C4. Мы реально крутой и очень плохой коп, и будем наказывать преступность именно так. Так, включаем сирену, он поехал, кажется, в пригород. Нам, конечно, не очень-то и в помощь-то. Ах, вот, друзья, он просто стоит на месте. Ах, нет, кажется, повернул. Повернул направо. Нужно реально навстречку прям поехать к нему. А, давай-ка, наверное, будем опережать. Прям по встречке поим. Ребята, в сторону, полицейский патруль. Сейчас будем, наверное, жестко наказывать преступников. Так, промчались. Нужно делать уже, наверное, разворот. Делаем разворот, наверное, просто будем выпрыгивать. Ах, ты вот наш танк. Где он? Он едет прямо в нашу сторону. И выпрыгиваем. Нет, мне кажется, рано. Как не очень получилось, да? Не очень удачно, как ты развернул у нас. Нужно гораздо подлиннее расстояние. И, наверное, по прямой где-нибудь. Наш байк в порядке, не взорвался. Ну хорошо, дубль 2 попробуем. Мы такой, конечно, ни разу не делали. Можно, в принципе, и в задницу сделать это. Но это, конечно, не тот будет эффект. Хорошо, наверное, где будет уже по прямой. И довольно подлиннее расстояние будет.
поехать. Ну, в принципе, вот прямая у нас есть. Есть прямая, где нужно вперед поехали. Вперед поехали, и сейчас будем разворот делать. Так, окейшки, мне кажется, достаточно уже. Как нас отнесло, да жесть. Так, еще одна красная отметка прямо передо мной. У нас там никого нету. Хорошо, наверное, вернемся на наш байк. Да что такое происходит-то? Байку-байку. Танк у нас ведет, пока что нос не открывает огонь. И, в принципе, все нормально. Ребята, все в порядке. Сейчас возьмем его. Так, нужно как-то перейдить. Пока будем просто сзади ехать. Сзади будем просто наблюдать. Ребят пытается ранить даже. Ух ты, жесть. Как смеплющего Феррари. Так, мне кажется, он выезжает напрямую уже. Да, хорошо, он, кажется, выезжает напрямую. И давай-ка наперед уже. Ну и наперед он тоже по прямой. И сейчас будет реально эпично. Я прям чувствую свои задницы. Только резкий разворот. Красотки в сторону. Ну что, танк у нас, танк, кажется, свернулся в другую сторону. Как не очень удачно получилось. Хорошо, спустимся ниже. Сейчас спустимся ниже. Так. Можно, в принципе, даже, наверное, в полете уже. Вот так полете выпрыгивать. Ух, и прям взорвать, не, ну, слишком далеко. Так, нормально, ребята. Мопед проезжаю уже дальше. В городе довольно это сложно сделать, но, в принципе, это возможно. Ох, ребята, как-то ранят. Ребята, не злите его. Он, значит, будет отстреливаться. Так, он поехал дальше. Хорошо, наверное, найти, где он поедет дальше. Ну-ка, поедем вперед уже. О, прям через на красный. Так, у кишки, кажется, он едет прямо по этой дороге. Так, где мы разворот? Разворотик и его друзья. Мы, кажется, уже прям на финишной прямой. Ну что, делаем уже разгончик, хороший разгончик. Выпрыгиваем, выпрыгиваем и, конечно, будем взрывать. Нет, мне бак, кто-то не туда врезался. Он просто врезался в машину. Какого черта? Хорошо, конечно, будем этому обучаться еще. И будем, конечно же, пробовать еще разок. Но погнали. Ох, там точно будет прямая. Там будет точно прямая. И нужно уже скорее вперед уже. Ребята, давайте, наверное, задержите буквально на 2 секунды. Ох, черт, куда он, интересно, поедет? Направо, налево? Даже не знаю. Хорошо, наверное, будем ждать уже, наверное, здесь. Прямо с горочки. Надеюсь, поедет в нашу сторону. Так, мы ждем. Мы пока что ждем. И он повернул, даже не знаю. Он поехал по прямой. Все, пытаюсь как-то его подрезать. Хотя, может, давно уже заминировать и просто его взять и взорвать. Так, ну теперь точно код нужно будет поворачивать. Эх, я думаю, налево повернет. Да, поворачивает, конечно, налево. И сейчас будем делать разгончик. Ну что, теперь уж точно получится. Довольно широкая дорога. И довольно... Он свернул на парковку. Да какого черта происходит-то? Мы довольно крутой коп, у нас не получается уничтожить танк. Он свернул на парковочку, и что там происходит? Ребята, проезжайте дальше. Он там просто реально застрянет и уже не получится. Тут эффект, что мы хотели. О, нет, вот получится. Ну-ка, давай задний ход. Задний ход, сейчас это дело получится. Он просто застрял. И сейчас будем уничтожать. Ну и что, наверное? Вот так, наверное, побуксуем. Поднимаем, наверное, одно колесо. Ребята, уходим в сторону. Сейчас будет довольно эпично. Выпрыгиваем, выпрыгиваем, это дело взрываем. Лучше подальше. Он какого-то черта еще живой остался. Было 204. Так, ребята, разлетелись. Там, походу, у нас преступник. Так, взимаем ППшку. ППшку. Это что такое? Преступник, не преступник, даже не знаю. Хорошо, наверное, вытаскиваем уже. Давай-ка его просто вытащим. Надеюсь, там никого нет уже. А там, походу, друзья, уже никого нет. Наш преступник. Ох, нет, выпрыгнул. Так, стой на месте. Ты преступник? Да, он преступник. Руки в гору. Руки в гору. Наш байк уничтожен, конечно же. Из-за тебя, конечно. А танк у нас даже и не взорвался. Преступника отвезли в тюрьму, друзья. Ну а мы с вами увидимся в других роликах. А с вами был Спикер и до новых встреч. Всем пока. Ребята, а вы что делаете? Друг друга? Нужно было зацепить танк, по идее. А не друг друга.